47-летняя жительница города решила приобрести новую мебель из ротанга на одном из интернет-ресурсов. Перечислила продавцу почти 19 тысяч, но доставки так и не дождалась. В другом случае 56-летняя горожанка попалась на уловки лже-брокеров, которые убедили ее инвестировать в акции «Газпрома». Вместо дохода – одни слезы. Прибыль, получается, прибыли на прибыль повысил, страховку надо заплатить 300 тысяч. Короче, я кредит беру, 300 тысяч плачу, еще раз мне страховку надо заплатить. Тут уже все, опять еще кредит взяла. И в общей сложности на какую сумму вы кредитов взяли и им отправили? У меня кредитов только 1 100 000, а своих кредитных карт все поснимала. Вообще на руках ни копейки не осталось. Некоторым для возможности нажиться на горожанах интернет не нужен. Так правоохранители раскрыли кражу 20 тысяч рублей из местного магазина бытовой электроники. В другом случае был задержан 43-летний нефтеюганец, похитивший оружие, а также товар с выручкой продуктового магазина. Кражу в еще более крупном размере совершил местный пенсионер, присвоив себе металлические трубы общей стоимостью 830 тысяч рублей.